Я король названий. Ты уже знаешь, что ли? Да. А, давай тебе это. Не, я не хочу, спасибо. Мы пришли... Да, я знаю, я умею называть трансляции. Да, это у меня получается лучше всего. Вот, мы со Смелой пришли к парикмахеру подстригаться, и сейчас на камень, ножницы, бумага будем определять, кто из нас подстрижется наголо. Да. Вот, но мы это не будем делать при вас, мы будем это делать на видео. Да я шучу. Вы чего? Какой налыс? Мы просто пришли подстригаться. Она там что-то свое, хотя я никогда не понимал. Ладно, забить. А мне вот этот бардак надо весь убрать. Что-то мне не нравится. Да не налыс, господи. Такое. Ты пока... Вот серьезно? Нет, это свет так падает. Красненький, прикольно же. Ну, типа, мне не очень нравится. Да и пора бы сделать все это покороче. Потому что у меня все должно быть короткое. Я, член, прическа, все должно быть одинаковым. МакЭлрой, Жорочка, это не стильно, это очень старо, это не очень... Вот. Ну, у меня, кстати, я сижу в парикмахерской, и у меня, ну, типа, я поехал, мне надо постричься, но у меня нет идеи совершенно, что делать с этим. Типа, покороче, но подлиннее, к сожалению, не получится сделать. Насколько короче, как покрасить волосы в белый, мне написали в комментах. Почему удаляешь трансы? Иногда я говорю там странные вещи. Просто красную убери. Но это надо будет очень много убирать, потому что Лиза, которая делала это мне и Юлику, она немножко не рассчитала и, ну, неравномерно все сделала. Ну, пофигу, это же, типа, она же мне не супер прическу делала, это был спор, поэтому все норм, никаких претензий. Кто твоя сестра? Ой, мне написали, как твоя сестра, с которой в 17.03 сидел? Покажи им, что у тебя есть две сестры, вот они. Вот. Да, все нерусские девочки ко мне подходят и говорят, все, теперь ты наш брат. Так работает. Я говорю, ко мне постоянно подходят какие-то нерусские девушки, типа вас, говорят, ты наш брат. Я такой, ладно. Ну, мы же все братья и сестры. Да. I love the bicycle. I love the bicycle. I love the bicycle, bitch. I love 6S. Короче, я не знаю, о какой вы сестре говорите. Забудьте, пожалуйста. Наверняка я тогда был пьян. Поэтому хватит. Да. Да, не знаю. Было, когда Версус сужу, я в последних выпусках без пивасика стоял, потому что пивасик в моих руках выглядит смешно. У Иры 18 тысяч в Инстаграме. Давайте поздравим ее. Ищите ее в Инстаграме, подписывайтесь. Удачной вагинальной стрижки. Да, давай, Жор, йоу, на связи. Я сегодня думаю двинуть в Борецкий, закончить сейчас быстренько дела и двинуть в бар и немножко снять напряжение, потому что у меня напряжение. Я напряжен. И в штанах, да, у меня напряжение. Ира, можно было не говорить то, что, ну, как бы, это понятно. Не, вообще, я сегодня думаю просто пойти с ребятами посидеть. Нет, просто с ребятами, 17.03 у меня нет друзей. Снимайте с Ирой видосики вместе, вы крутые. Мы с Ирой целое шоу совместное снимаем, вы чё, типа... Вы чё, тупые? Да. В феврале. В феврале мы будем делать шоу раз в две недели. Не каждую неделю, а раз в две недели. И будет интересно, надеюсь. Вот, такое прям... Первый выпуск, я думаю, вы увидите уже... Короче, не скажу как. Полторы недели, да, ладно.
Я такой непостоянный, говорю, я вам сейчас скажу, а ладно, не скажу, а ладно, скажу. Вот, это весь я. Вы что, встречаетесь? Нет. Вот, типа, почему в каждой компании, в которой появляется смелость, типа, сначала она снимает шоу с поперечным, все такие, вы встречаетесь. Теперь я с ней снимаю шоу, типа, она... С каких пор девушка должна встречаться с тем, с кем снимает шоу? Дураки. Я уже говорил, я встречаюсь с собой. Моя вторая половина, видите, я целый. Вот моя одна половина, вот моя вторая половина. Переверни телефон. Перевернул, что если что-то поменялось, то ок. Твоя девушка, твоя рука? Ну да, постоянная именно. Вот так, кто всегда со мной. Вот это только она. Ты встречаешься с поперечным. Ну, иногда. Типа, мы с ним часто понимаем, что у нас все не очень хорошо, и часто с ним расстаемся. А так, да, с поперечным. Илья, ты кто? Я Ильдар, в первую очередь. Побрей усики. Сегодня я это сделаю. Мне же надо сегодня идти в бар. Так. Вот так? Неужели так лучше? Типа вот так камера. Как лучше? Вертикально или горизонтально? Вертикально это вот так, если кто не знает, как сейчас. Горизонтально это как было. Как лучше? Короче, все пишут по-разному. Но в основном, кстати, горизонтально. Так что возвращаем вот так. Мне кажется, так куда удобнее. Хотя удобнее держать телефон вот так, на самом деле, но смотреть я бы смотрел вот так. Когда будет лечь 4? Сразу после того, как будет лечь 3, потому что у нас только 2 сезона. Алло, эй, в бар как на работу? Не совсем. Я сегодня хочу пойти в бар только потому, что я, ну, не так часто хожу, как раньше. Это, конечно, хорошо. Но просто хочется расслабиться уже. Потому что в основном, ну, много напряжений, в основном какого-то эмоционального и всякого, вообще всякого. И из-за того, что куча на тебя дел, каких-то штук возлагается, еще чего-то, еще эмоционально все это давит. Поэтому сегодня можно сходить и расслабиться. Ты музыкант, ты видеоблогер, ты кто? Я Ильдар, я топ-перископер всея Беларуси. Я не знаю, зачем я так говорю. Я, сука, тупой. Покажи Иру. Ира исчезла. Видите, у меня люди из трансляции уходят. Ира также. Ее заебала, и она ушла. Из прям живой трансляции. Такое бывает. Ладно, давайте. Я вам потом покажу результат. Или, а если мы что-то кардинально изменим на моей голове, то я буду... Не покажу результат, а буду сохранять интригу. Где мы? Руслан, мы где-то недалеко в парикмахерской сырой. Ильич дома, если что. Вот. Адрес. Блин, я не знаю. Это у Иры надо спросить. Напиши Ире, она пропала. Вот. Но мы ничего не снимаем здесь. Мы просто подстригаться пришли. Вот. Все, всем пока. Все, до свидания.